Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Эти животные близорукие могут различать всего 4 цвета. Однако при этом они, не поворачивая головы, могут следить за происходящим не только спереди, но и по бокам. В этом выпуске мы расскажем вам о морских свинках, а вернее об особенностях их зрения. Морские свинки, как и многие грызуны, близоруки от природы. Несмотря на то, что зрение не является самым развитым органом чувства этих животных, оно все же обладает рядом нюансов, заслуживающих внимания. Итак, представляем вам 4 занимательные особенности зрения морских свинок. Благодаря достаточно большим глазам по бокам головы, морские свинки видят под более широким углом, чем люди. Эти грызуны могут одновременно обозревать происходящее спереди, слева и справа. Такой радиус зрения позволяет морским свинкам в дикой природе очень быстро обнаруживать опасность и мгновенно реагировать на нее. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Объекты, которые находятся выше глаз морских свинок, эти зверьки видят размытыми. Четкие границы морские свинки могут различать только у предметов, которые находятся на уровне их глаз. Морские свинки видят мир не черно-белым, а цветным. Правда, различать эти грызуны могут лишь несколько цветов, а именно зеленый, желтый, красный и синий. Способность различать цвета помогает морским свинкам во время приема пищи. Морские свинки хорошо реагируют на освещенность. Эти грызуны обладают дневным зрением. Однако это не значит, что в темноте морские свинки абсолютно беспомощны. Без света они также могут ориентироваться в пространстве, есть, пить, передвигаться. Свет этим грызунам нужен для комфортной жизни. При долгом отсутствии дневного света морские свинки начинают болеть и впадают в депрессию. Таковы основные особенности зрения морских свинок. Помните о них, общаясь со своим грызуном. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!